В минувшие выходные в Саранске состоялся турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню военно-морского флота. В соревнованиях приняли участие более 10 женских и мужских команд, представляющих Саранск и Краснослободск. В какой-то степени первенство по пляжному волейболу можно назвать и открытым, ведь в нем принимало участие пара игроков Саранскабеля – белгородцы Павел Хряпченков и Игорь Карталов. Однако ведущие пляжные волейболисты республики данные соревнования пропускают. Сейчас они находятся в Дзержинске, где сражаются за победу в очередном рейтинговом турнире. Пляжный волейбол имеет довольно много ощутимых отличий от классического, начиная от количества игроков на площадке и заканчивая ее покрытием. И многим волейболистам пришлось довольно долго адаптироваться к непривычным условиям, перед тем, как добиться успеха. Знаете, пляжный волейбол очень такой вид спорта, что для него, не для каждого он. То есть мы вот как классики, для нас пляжный волейбол – это уже что-то другое. Первый раз, когда я пришла, для меня это было вообще что-то. Я взорвалась в песке, но ничего, научились, технику овладели. Вот и играем уже на протяжении 4 лет. Как рассказывают игроки, пляжный волейбол особо ценится за возможность проявить себя. Если классическая волейбольная команда состоит из 6 человек и каждый играет на благо коллектива, то в команде у пляжников всего 2 игрока, и возможности раскрыться как спортсмена и индивидуальность гораздо больше. В итоге победителями турнира у мужчин стал дуэт Павел Хряпченков и Игорь Карталов, чемпионки среди девушек Наталья Дерябина и Наталья Герасимова. У других волейбольных дуэтов скоро будет шанс взять реванш. Через 2 недели состоится новый турнир по пляжному волейболу, на этот раз посвященный Дню физкультурника. Ну, здесь будет уже более команд, более 10. Потому что здесь начинают еще сборы Саранскабель Мордовия, волейбольный клуб. И они уже, там, считай, 8 пар чисто выставляют, как наигрываться. Здесь будут играть. И остальные желающие саранские тоже по рейтингу, которые... сильные команды, они тоже. Ну, команд 15 минимум будет мужских участвовать. Анастасия Мишкина, Александр Зюзяев. Наши новости.